Всем здорова, с вами Никита Рыжий, 4 сегодня с реакцией на трейлер фильма Mortal Kombat, да, 2021 года. Выходит, по-моему, в апреле, если не ошибаюсь, а они только сейчас выкатили первый трейлер. Молодцы какие. Ну, погнали смотреть. Впервые я столкнулся с 18+, этим. конечно же, там будет, обещают и Я не фаталити, пойму, и что это прочие значит. там кровищу. Мой отряд был уничтожен за считанные секунды. Sub-Zero. Оказалось, А! Кольт обладает То суперспособностями. есть Джексу оторвал по фильму Sub-Zero, хотя в оригинале, по-моему, там И глаз ему у него Ермак точно так оторвал. же метко. Кстати, Кольт Коул — обладает это новый персонаж, который суперспособностями придумали чисто для и фильма. хваткой. Это не просто знак. Ты был избран. С начала времен во всех Милина, культурах судя по и саям. культурах разных народов встречаются упоминания О, о Рейден и великом турнире Шэнг чемпионов. Цунг. Думаю, знак дракона — это приглашение на турнир, известный как... Ну, это, видимо, Скорпион, это Ханзу Хасаши. Типа, перед тем, как его семью убили. Mortal Kombat. Это ваши чемпионы? Я Соня. Он Кано. Блин, как Кано не идет, борода. Джакс. Кун Лао. Ну, с Кун Лао попали, ладно. Рейдена. Ладберта никто не переплюнет, только рука как у Терминатора была. Неважно, сколько моих бойцов вы отправите в могилу. Победы вам не видать. Шалкам. Убить. Рептилия была? Горо! Ну, в классическом фильме он тоже был. Что-то маска, по-моему, чересчур большая. А вот этот прием вообще он встрелил у Скарлетт, который за приемы с кровью связанные, там, который в оружие превращает. Кринжовенько. В оригинале звучит лучше эта фраза героя Хир. Добейте их! Фат. Финиш им. Ой, это был там рептилия. Офигеть, как круто! Правда, рептилия почему-то стал похож на какого-то органианца из Скайрима. Я думал, хотя бы как ниндзя обычно там его изображать в зеленом костюме, или, ну, там, типа, как рептилоид, вот, например, в последних частях Mortal Kombat. Тут прям конкретно, прям башка такая, как у ящерицы. Ну, в целом, ну, по качеству такое ощущение, что его делали как сериал. То есть денег дали не слишком много, и графона тут тоже маловато. Хотя он есть. То есть, например, горы нам показали, все вот эти вот огонь, лед, лазер из глаза Кана. Правда, не видел у него пластину, скорее всего, она просто сбоку там у него была, поэтому в кадр не попала. Но правда, то, что у него там борода такая пышная, это не идет ему, честно. Про Мелину. У нее пасть была, по-моему, обычная, правда, хоть немного зубастая. А насколько мы помним, она там наполовину таркотанец. У нее это вообще было как челюсть такая, прям вся в зубах была. Ну или как вот последний вот в 10-й части там у нее по бокам были зубы эти. А тут просто получается клыки акулии какие-то и все. Игры тоже пожалели как-то. Касательно Коула, такое ощущение, что он будет центральным персонажем. Хотя обычно страны выступали там, например, Лю Кэнг, Сони и Джонни Кейдж. Хотя Джонни Кейдж это, по-моему, в фильме не будет. Вот с фразой Скорпиона вообще не попали. То есть Эд Бун ее куда круче произносит. Вот мне так считается. Get over here! Получается, тут Лю Кэнг будет вообще где-то на втором плане, там вместе с Сони и Джаксом. Получается, и Джаксу тоже оторвали, по сути, не по канону. То есть я его Саб-Зира оторвал. И получается, кто злодей-то в итоге тут в этом фильме выступает? То есть Саб-Зиро или что? Или все-таки Шанг Цунг с его там участниками турнира? Непонятно пока.
Но фильм будешь ждать, мне просто интересно это посмотреть, потому что вот первый оригинальный мне понравился очень, который 90-х годов, для того времени это был прям шикарный. Второй, правда, был уже так себе по качеству, то есть там часть актеров заменили, да и всякий там сюжет как напортачили немного. И, ну, еще смотрел сериал про это наследство, вот Legacy, который. Там, в принципе, тоже так вот дешевенько было все. Но, в принципе, неплохо было. Да, будешь ждать фильмы. Если понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам хочется без кризиса, поэтому так подписывайтесь на другие мои каналы, подписывайтесь на Warner Brothers. И до следующего видео.